Всем приветики. Я бы хотел показать вам в этой игре графику. Вы только взгляните на это. Как круто переливается машина, она прям вся серебряная, такая вся красивая. В ней блестит все. Сама машина полностью серебристая. Мотор таким хромом отдает. Защита, боковая, трубы. На это небо, на горы. Здесь просто все великолепно. Какое здесь красивое небо. Горы вдали и вблизи. Здесь все шикарно. Такой небольшой дымочек откуда-то идет. Где-то облака темные, где-то светлое. Солнце на них еще отражается. Здесь просто все шикарно выглядит. Это наступает ночь. Даже какие-то искорки взлетели. Красиво выглядит. Постепенно наступает ночь, зажигаются фары у машины. Все вокруг темнеет. И графика выглядит одинаково приятно, что днем, что ночью. Просто везде своя атмосфера. И как ни смотри, в игру играть приятно. Просто хотя бы из-за того, что здесь очень красивые виды. Даже если вот не спеша прокатиться, можно понаблюдать за всем происходящим. Просто проехаться, полюбоваться графикой. Приятно выглядит все. Такой, едешь по песку, начинает песочек из-под колес лететь. То есть все учитывается. Едешь по дороге, особо не сильно песок из-под колес летит. Но какая-то грязь, более такие комки толстые. Съезжаешь с дороги, уже больше пыли пошло. Это приятно на самом-то деле. Это очень даже приятно. Играть с такой графикой, с такой физикой. Это очень круто. И когда ускоряешься, еще огонь из труб. И сразу все такое немножко синеет. Как бы показывая, что... Идет ускорение. Ну не ускорение, а... Огонь прямо так все засиняет, потому что он как бы вырывается прямо тебе в камеру. На самом деле очень приятная графика. Вот такой вот небольшой осмотр графики. Я когда играл в эту игру, я прям очень наслаждался графикой. И сейчас, когда играешь, приятно, очень приятно. Вот. Такая вот. Такой вот небольшой обзорчик на графику. Ну, а на этом, пожалуй, все. Покедова.